Отвечаем на вопрос, как распечатать чертежи в любом доступном формате бумаги. Открыли чертеж в Adobe Acrobat Reader, нажимаем кнопку «Печати». Вверху выбираем нужный нам принтер, который позволяет печатать на заданном размере бумаги. Не забываем про кнопку «Постер» и галочку «Метки вырезки». И затем заходим в свойства принтера. Окошко может отличаться в зависимости от драйвера принтера, но в любом случае здесь можно выбрать необходимый нам формат бумаги. Нажимаем «Ок». И, как видите, чертеж у нас уже разделился на заданный формат, какой был выбран в настройках принтера. Остается нажать кнопку «Печать», и вы получаете чертежи на бумаге нужного вам формата. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!